собрал небольшой отряд союзников и прибыл на Закул, чтобы встретиться с тремя таинственными хранителями архивов. А во тьме что-то следило за нами и выжидало. Итак, теперь у тебя есть полный текст пророчества. Посмотрим, что скажут твои хранители. В поисках истолкования пророчества я прибыл на запретную планету Закул. На ней трое бессмертных хранителей оберегали древние знания. Только они могли расшифровать пророчество. Мне необходимо было найти их как можно быстрее. Здесь подозрительно тихо. Однако эти строения в целости и сохранности. Осталось только обеспечить их энергией. Могущественные хранители заточены где-то неподалеку. Мы должны найти их. Остались покинутые строения, которые могут нам пригодиться. Построив рядом с ними пилоны, мы восстановим их энергоснабжение. Хранители, которых ты ищешь, теперь служат высшей силе. Высшей силе? Что затмило разум этих протосов? Похоже, священную планету захватили поистине злые силы.
Гибрид Протоса и Зерга. Как омерзительно! Кто создал это чудовище? Рабы мои, время пришло. Отдайте мне свои силы. Улучшение завершено. Питается жизненной силой хранителей. Нужно освободить их, пока не поздно. Не хватает минералов. Вы не властны над судьбой. Смиритесь с безысходностью. Жизнь за Айюр. Среди теней.
затмение. Жизнь за Айюр! Завод робототехники. Это строение принесет нам немалую пользу. Это ваш последний день. Я здесь, среди теней. Приказывай. Темное святилище. Если восстановить энергоснабжение, оно принесет нам неоценимую пользу. Жизнь за Ай! Я вернулся, чтобы служить. Прими мою благодарность, могучий воин. Улучшение завершено. Зерадул. Не иначе, как сама судьба направила тебя сюда. За мной, братья. Мы очистим это место от зла. Среди теней. Мы ждем твоих приказов. Это лишь временное препятствие. Рабы мои, время пришло. Отдайте мне свои силы. На Адан-Элам. Жакул Инак. Запретное знание останется в тайне. Заброшенный архив тамплиеров. Наше освобождение. Приготовься, благородный воитель. Сегодня мы сразимся с великим злом. База атакована. Я сердце тьмы. Вам не уничтожить меня. Я восстану вновь. База атакована.
мире грядет. Никто не устоит перед ним. Назмиру Лунагу. Я вернулся, чтобы служить. Слушаюсь. Я всего лишь видение. Месторождение минералов истощено. Нас
последний день. Месторождение минералов истощено. Запретное знание останется в тайне. Месторождение минералов истощено. Слава не подвластна времени. Мы обретем славу на поле боя. Жизнь за Айюр! Я вернулся, чтобы служить. Забвение грядет. Никто не устоит перед ним. Стремимся к знаниям. Настало время битвы. База атакована, чтобы служить. Я здесь, среди теней. Страх — это иллюзия. Я вернулся, чтобы служить. Да будет так! Забвение грядет. Никто не устоит перед ним. Я внемлю. Я здесь, среди тебя. Будет исполнено.
теней. С тенью. Вераку. Хорошо. Я... Хранители заключены в этих склепах. Мы должны освободить их немедленно. Твоя память открыла нам фрагменты пророчества, Зерату. Мы попробуем собрать их воедино и расшифровать. Цикл близится к завершению. Зюнага, создавший звезды, уничтожит свои творения. Спасется, и тень падет на пустоту. Вначале был великий пожиратель, в конце же будет кромешная тьма. Великий пожиратель,
Должно быть, имеется в виду сверхразум Зергов. Какова была его роль в судьбе Вселенной? Чтобы разгадать эту тайну, мы должны вернуться туда, где покоится сверхразум. На нашу прародину. На Айюр. А твой Хорнер меня недолюбливает. За это стоит выпить. Неужели смена кончилась? Как оно, друг? Снова зашел наполнить фляжку? Давай-ка обсудим дела. Какой все-таки забористый майтай у старика Купера. Тебе чем-нибудь помочь, милый? Вождь Тауренов 800 уровня представляет новый альбом, на котором собраны самые забойные хиты группы. Эта музыка встряхнет галактику. Следите за обновлениями расписания концертов. Следующее шоу может быть на вашей планете. Покупайте билеты во всех театральных кассах. Галактическое турне уже началось. Похоже, тебя здорово прошибло то, что показал Протос. Эти воспоминания такие яркие, что я вижу все до последней детали. Я видел гибрида. Странное сверхъестественное существо. Он пытался подчинить себе протосских хранителей. Кто отправил его на Закул? Кто способен контролировать таких, как он? Тот, кто его создал, конечно же. Это был лишь первый из множества. Темный предвестник. Близится время, когда им не будет числа, и звезды содрогнутся от того, что случится потом. Ты не можешь знать этого наверняка? Конечно, нет. Но я чувствую, что будет так. Что не так, ковбой? Ты какой-то помятый. Даже больше, чем обычно. На меня много всякого сейчас навалилось. Ты же знаешь, каково это. Да, конечно. Знаешь, может, тебе стоит расслабиться и хотя бы раз за 100 лет выспаться нормально? Конечно, мамуля. Уже бегу.
возвращением, сэр. Что вы увидели в кристалле на этот раз? У меня что, на лбу все написано? Зератул отнес найденные фрагменты пророчеств в какой-то храм или библиотеку. Черт его разберет. Главное, что это место было захвачено гибридом зерга и протоса. Вы хотите сказать, это был протос, зараженный вирусом зергов? Нет, это не было похоже на заражение. Скорее, он объединил в себе силу обеих рас. Если эти твари действительно существуют, у нас есть основания для паники. Будьте осторожны, Джим. Мне кажется, этот кристалл вас слишком затягивает. Сэр, почитайте отчеты на консоли исследований. Вас наверняка заинтересуют некоторые разработки. Введите код доступа. Итак, загадка артефакта до сих пор не разгадана. Есть одно наблюдение. Когда вы используете устройство протосов, артефакты начинают сильнее притягиваться друг к другу, и их молекулярная матрица расширяется. А теперь еще раз и попроще. Если сравнить их с губкой, то они впитывают энергию среды как воду. Артефакты пытаются впитать столько энергии, сколько возможно. Это опасно? Не для людей. Если моя теория верна, то будь вы протосом, они высосали бы из вас всю жизненную энергию. Хватит бездельничать. Пора создать видимость деятельности.
Болью в душе я вернулся на разрушенный Айур. Большая часть планеты была по-прежнему заражена зергами. Но останки сверхразума уцелели. Мрачное напоминание о былых поражениях и победах. Я помню гибель Айура. Мне очень хочется смотреть на то, что стало с этой планетой. Хотя выбора у меня нет. Когда преимущество зергов над нами стало очевидным, сверхразум повел себя сверхсамоуверенно. А теперь от него осталось лишь обугленное, разлагающаяся оболочка. Я же
желал извлечь из его гниющих останков всю информацию, какую только можно было получить. Мне нужно было установить телепатический контакт с каждым из гигантских нервных узлов сверхразума, чтобы извлечь воспоминания. Однако мне мешали тысячи зергов, которые собрались вокруг его оболочки, питаясь излучаемой ей пси-энергией.